приехали на пятничную молитву, и она закрыта. Вот сотрудники. Скажите, пожалуйста, мечеть закрыта? Дом заминирован. Дом заминирован. Это официальная версия? Сообщение. Ага. А можно удостоверить ваше удостоверение или как? Не, не, ну хотя бы так, чтобы мы понимали, что это действительно так. Основное население, на них тоже скажите. Да, население просто не... Ага, спасибо. Все, все, спасибо. Это администратор молитвенной комнаты нашей. Адрес скажите, пожалуйста, здесь. Второй Покровский проезд, 4, корпус 2. А вот рядом еще одна комната есть для молитвы. Она тоже заминирована, да? Да. Так сигнал пришел? Да, Дзержинское шоссе 5, 2. То есть вот здесь получается 2-3 молитвенных комнат, они все заминированы. И вот собравшимся, и многие уже ушли. Просто молиться негде. Правда, стоит одна пожарка, и там одни гаишники. Больше никого нету. По окнам, можно сказать, все люди он на месте, в окна выглядывают, смотрят. Никого не, вот, никого не выруют, ничего не делают. Мало того, вон там магазин спортивный, спорт, как там? Фитнес, магазины все работают, никого не выдвирают. Только выдвинули вот молитвенную комнату. Город Котельники. Мечеть закрыли. Пришли с братьями в церковь намаз делать. А то, что негде намаз делать, это вот в Котельниках. Вот такое положение на сегодняшний день у нас. Закрыли две мечети. Говорят, заминировано. Не пропускают. Нам пришлось на территорию церкви прийти, намаз читать.